Пусть наша девочка сама скажет, как ее зовут. Как тебя зовут? Скажи громко. Говори, дочь, как тебя зовут? Ну, Зотова. Зотова. Зотова Элина. 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 А сколько нашей девочке годиков? Говори громко. Сколько? 3 годика. Три годика. Элина, можно сказать, это звездочка нашей группы. Ласковая девочка, добрая. Ей сейчас 3 годика, и Элина, можно сказать, она соответствует своему развитию полностью. Речь у нее активная, понимание речи тоже очень хорошее. Сенсорики тоже она не отстает, она знает форму, знает цвет. А это что у нас? Яблоко. Яблоко. А как по-казахски яблоко будет? Алма. Алма. Молодец. А это что у нас? Апельсин. Апельсин. Умничка. А вот это что? Банан. Банан. А вот это? Лимон. Умница. Все ты знаешь, да? Она очень активная, очень любознательная. Поет у нас, танцует. Вот у нас был утренник на 8 марта. Можно сказать, во всех она участвовала на номерах, во всей программе. Она и танцевала, и пела, и стишки рассказывала. Но она очень коммуникабельная девочка. Она на контакт идет, у нее в группе дружит со всеми. Делится со всеми игрушками. Она такая не озлобленная девочка, нет. Она очень добрая. Она помогает, у нас вот есть даже это Андрюша у нас. Она всегда помогает ему застегнуть, если он не может застегнуть сандалик. Она ему поможет застегнуть сандалик. Она знает свой шкафчик, свою коечку, свое место, свое полотенце. Даже знает, можно сказать, она знает режим дня. Что, зачем у нас идет. Когда мы ходим гулять, когда мы ложимся спать, когда просыпаемся, что мы делаем, что мы идем умываться. Все знает, что мы заправляем постель. Наши... Самое большое желание, чтобы эти дети попали в семью. Она не будет отличаться от других домашних детей, потому что она соответствует своему развитию, и она как домашний ребенок. Это наше большое желание. И их тоже желание, потому что все они хотят к маме, чтобы у каждого была мама, чтобы у каждого был папа, чтобы была бабушка, чтобы был дедушка, может быть, братишки, сестренки. Все они хотят семью. Маму, кепку, уру. А мне? Мануру. Орден. Я. Люблю. Ее. Жуан. Маму. Жуаника моя. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.